Новые электронные табло для пассажиров появились пока на 4 остановочных пунктах – Площадь Дружбы, улица Ушинского, улица Чернышевского и ДК имени Гагарина. Новые табло гораздо крупнее предыдущих. На старых экранах можно было вывести только 3 маршрута, сейчас целых 6. На табло выводится информация об ожидаемом времени прибытия транспорта. Причем в зависимости от дорожной обстановки она может меняться. Если транспорт опаздывает, да, или наоборот спешит, та информация, которая выводится на табло, это учитывает. И отображает уже реальную картину, которая есть на дороге. Точность данных обеспечивает онлайн-режим работы табло. Информация, которая выводится на экран, поступает напрямую с навигаторов транспортных средств, которые в обязательном порядке установлены на автобусы, трамваи и троллейбусы. Пока новые табло работают в тестовом режиме. Если они будут работать без сбоев, то подобные конструкции появятся еще на нескольких остановках города. Эта техника более современна, более надежна. То есть мы как раз сейчас планируем в тестовом формате посмотреть, как на себя зарекомендует. И ближе к концу года мы планируем провести еще одну закупку, приобрести около 10 табло. Обновить электронное оборудование планируется как в центральной части города, так и в отдаленных микрорайонах Перми. Установка новых табло позволит пассажирам планировать поездки с наименьшими временными затратами.